Это важно, правда, ваше нужно мнение. Потрогать? Хирург пластический. Это вот вышел, наверное, с ИВС там или СИЗО. Помню эти ощущения. А зачем естественный образ человека портить? Знаете, вашу сисечку. Здравствуйте, друзья! С вами врач-пластический хирург Алексей Федоров. Рад приветствовать вас на своем канале о пластической хирургии. И сегодня мы в прекрасном городе Саранске проведем небольшой соцопрос среди населения, как они относятся к пластической хирургии и трогали ли они хоть раз силиконовую грудь. Поехали! Итак, ребят, как вы относитесь к пластической хирургии? За или против? Наверное, за. Нейтрально. Нейтрально. За. Ну, я так-то за, конечно. Нужно человеку, то, конечно, за. Если человек хочет изменить в себе что-то, то почему бы и нет? Он будет чувствовать себя счастливее от этого. Это же хорошо, когда люди чувствуют себя счастливыми. Ну, мне кажется, если у человека как бы нет каких-то показаний к этому, то лучше не стоит делать. Но если есть что-то такое, типа как кривого носа, ну, всяко бывает, то вполне можно исправить. Почему за? Ну, я не знаю. Чтобы красивы были женщины, это ни к чему. Хорошему не приводит. Ну, если, допустим, по каким-то медицинским показаниям, я думаю, неплохо. А если перекраивать, перешивать себя... Ну, главное, без излишков, да? Да, да, конечно. Ну, не все люди идеальными рождаются. Тут, конечно, в меру все нужно. Есть люди, которые перебарщивают, это уже очень некрасиво. Но некоторые вещи подкорректировать, то, что... Спортзал не может поменять, это, думаю, нужно. У мужчины офигенная пластическая хирургия, это спортзал. В общем, я за, если это эстетически обосновано, если это эстетически красиво, и человеку это действительно нужно, а не в силу его, скажем, комплексов и недостатков. Вот, а так да. Если это коррекция каких-то послеродовых изменений, либо возрастных? Ну вот в таком случае да, а если это просто для... какого-то общего внешнего улучшения, то, наверное, против. Я бы сказал так, нейтрально. Мне не нравится. Свое тело – это самое хорошее и натуральное. Ну, некоторые люди в этом нуждаются. Кривой носик – поправить. Губки страшненькие – поправить. Именно в целом я отношусь положительно, за исключением от того, когда попадаются, наверное, недобросовестные врачи. Потому что сейчас учащается случай того, что, ну... Подделывают лицензии, подделывают различные документы, работают не в оборудованном офисе и так далее. Это я за естественную историю. Да, в целом нейтрально, я думаю, что это дело каждого. За естественное существование. Пластическая хирургия, она же нужна не только для чего-то но косметологического. Возможно, какие-то нарушения у человека могут быть. Губы эти, ну, некрасиво. По-моему, какой человек родился, такой и пригодился. Отрицательно, и так красиво. Не к сильным изменениям, наверное. Ну, чисто эстетического характера, да, 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 где-то что-то... Где-то поправить, может быть, чуть-чуть. А зачем естественный образ человека портить? Нейтрально хотел бы стать пластическим хирургом. Ну, я знаю, что надо 9-11 лет учиться. У меня сам папа 11 лет учился. Я, конечно, против. Объясняю, почему. Ну, вот, во-первых, по вам в студию. Вот, снимите его. Какой он хирург пластический? Это вот вышел, наверное, с ИВС там, или СИЗО. Второе, любое ну, хирургическое вмешательство, это, конечно, отрицание. Ну, вот, то есть лучшая операция – та операция, которую удалось избежать. Зависит все от того, какой человек, как он к этому относится. Если ему, допустим, это все мешает, так сказать, жить, ну, комфортно себя чувствует, то есть почему бы и нет. Но если кто хочет быть красивым, пусть делает. Вы же понимаете, для чего была нужна пластическая хирургия, да? Чтобы ветеранов Первой мировой от обезображенных лиц избежать. Настоящая титька. Ну, приятно. Сильно отличается от своей? От своей? От натуральной. Ну, немного отличается.
но не сильно. Ну, напоминает холодец. Мармелад, скорее, да. Ну, приятное на ощупь. Похоже на свое? Ну, практически. Вот, вот прям, вот. Он похож больше на какую-то подушечку маленькую. Ну, думаю, хорошее. Похоже на свое? Ну да, да. Поскольку мне, да, было признание, что там есть вот что-то, я это помню эти ощущения. Я надеялся, что вы дадите свою. Свою, слушай, ну мои тоже не маленькие, конечно. Ну, это похуже будет. Похуже? Да, ваш помягче. Потрогайте имплант. Нет. Не хотите? Естественно. Ну потрогай его прям. А ну, под кожей же он все равно не так будет. Он дает базу. Не, ну так-то вот он очень приятный, мягкий. Наверное, я думаю, когда он будет непосредственно в теле, он тоже будет натурально ощущаться. Прикольно, прикольно, прикольно. Прикольно. Да, блин, ну прикольно. Ну возьми его. Блин, ну не знаю. Ну вроде ощущается как реально. Как что-то реальное. Нормальное. Ну, не предпочитаю, не надо. Лучше не надо. Пусть лучше будет свое, естественное и небезобразное. Прикольный, мягенький. Морщинистый, ну, прикольный. Не, ну он просто его как бы... Затрогали, да, наверное? Разгладить мне, когда он останавливается, он уже приобретает форму. Хорошенький. Знаете, вашу сисечку. Как настоящий. Как настоящий? Можно дать, да, потолок? Да, да, конечно. Что скажешь? Отношения. Я тоже против. Ну как ты трогаешь грудь? А? Ну нормально, да? Нет желания. Нет желания? Вообще нет. Девочки, потрогайте тоже. Да. Очень хотела бы, да. О, как настоящий. На ощупь очень приятно. Похоже на свою? Наверное, да. Да. Больше, да, чем нет. Очень похоже, да, на настоящий. Похоже на свою? Нет, не похоже. Живая лучше, наверное. Я думаю, что она, да. Просто ваше мнение потрогать, насколько похоже на свою грудь. Не надо. Не хочу даже. Натурально ощущается. Но нет, все-таки чувствуется, что силиконовая, конечно. Нет, ну 30 лет. Какие 30 лет могут быть морщины? Есть. Хирургия очень быстро стареет. Уж приятные, неплохие. Похоже на свое? Ну да. Слушай, не знаю, какая у девочки стояла, мне кажется, не дешевая, но там прям на свою похоже, не похоже, тут не могу сказать, но приятно было однозначно. Очень приятно. Ну да, подружка моему рассказать будет. Мне кажется, от груди настоящей не особо отличишь, если... Приятный? Да. Ну, себе я, конечно, все равно еще не годно буду делать. Нет, это... ну он же ставится под грудную мышцу, то есть он дает базу просто. Простите, но я не знаю. Но он довольно... Мягкий, приятный? Да, очень приятный. И как мягкая игрушка. Силикон, наверное, пробовал, как бы. Силикон есть силикон. Силикон я пробовал везде. О, ну. У меня тоже грудь разрезана, вот. А и... так, ну сиська как сиська. И она довольно-таки настоящая, но ничего не заменит натуральность. Возьмите, пожалуйста. Итак, друзья, подведем итоги нашего социального опроса в этом прекрасном городе Саранске. Большинство жителей ответили, что они за пластическую хирургию и относятся к ней хорошо, при условии, что подходить к этому нужно разумно. С вами был Алексей Федоров. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!